Строительство 17-го квартала, запуск нового водозабора, проблемы устаревших газовых сетей и многое другое обсудили сегодня на заседании Якутской городской думы. Мэр Айсен Николаев рассказал о главных достижениях столицы за прошлый год, а также ответил на наиболее волнующие население проблемные вопросы. Саргалана Захарова подробнее. 375 тысяч квадратных метров жилья, 15 километров реконструированных дорог, 138 снесенных аварийных домов. Эти показатели по итогам 2016 года назвали рекордными в истории столицы. Действительно, те отдельные направления, итоги исполнения отдельных направлений, я бы сказал, даже впечатляющие. Ну, по 2016 году однозначно можно сказать, что заложено, наверное, то, что и дальше будет развиваться и строиться. Но несмотря на положительную оценку работы администрации за прошлый год, остается еще ряд вопросов, которые волнуют население. Один из них – реализация самого ожидаемого горожанами проекта – застройки 17-го квартала компании «Джода». Весной прошлого года на улице Якутская торжественно забили первую сваю, но потом строители исчезли из поля зрения жителей. Теперь горожанам приходится теряться в догадках, реально ли вообще претворение в жизнь масштабного проекта. Еще раз заверяю, что по весне работы будут возобновлены для того, чтобы первый этап, вот эти 30 тысяч квадратных метров, они уже более активно строили. Другой не менее важный вопрос, который взбудоражил общественность в конце прошлого года – устаревшие газовые сети. Проблема известна не только столице республики, но и многим другим городам России. В Госдуме страны предлагают ее решить переходом на электроснабжение. Однако, как отметил Айсен Николаев, в Якутске массово переводить на электричество людей не будут. Переход на электроснабжение просто, он тоже не может быть проведен, потому что в этом случае мы должны менять всю электропроводку, не только внутри, но и естественно, уже не нужно, что повлечет за собой расходы, ну, никак не меньше, чем замена газового хозяйства. Кроме того, на заседании прозвучали вопросы о дальнейшем строительстве социальных объектов, результатах первого года работы Департамента инвестразвития, нововведениях в сфере коммунального хозяйства и многое другое. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.